Такое чудо у меня раскрылось уже в третий раз. Я все-таки продолжала снимать, видела, что у него бутоны, и не отчаивалась, и снимала, в общем, и дождалась, когда цветок, ну вот, полностью раскрылся. Я как понимаю, он раскрывается столько, больше не раскрывается, потому что обеднее время, и я очень рада, наконец, полноценный цветок и полное раскрытие. И еще, что меня очень-очень удивило, это что у него есть запах. Запах очень похож с цветочком эхинопсиса, обычным эхинопсисом оксигона. Вот, нечаянно мимо носа, в общем, цветочек прошел, или нос мимо цветочка. И я почувствовала запах, так бы я даже и не нюхала. Вот, пока я, значит, его обнаружила, уже успели пчелки тут повозиться, вот такая вот пылинка. Ну, конечно, я, пока у меня раскрытый, как гибридный мой, лубивия, красная лубивия хинопсис, я опылила, и посмотрим, может, опыление получится. Такая вот она красавица с запахом, что меня очень-очень удивляет. И очень красивый, насыщенный такой цвет. Даже не знаю, какой цвет, фуксии, что-то такое. Вот, очень рада, и надеюсь, вам понравилось, и вы оцените мои старания, мои съемки постоянные. Ну, вот на этом я кончаю. До свидания.